Знаменитые белоснежные пляжи мексиканского курорта Канкун в этом году разочаровывают туристов. Они покрылись толстым слоем водорослей, которые тоннами вымываются на берег. По данным местных властей, зелено-серая полоса протянулась вдоль побережья на 180 километров. Рабочие и спецтехника собирают водоросли, известные как саргассум, и закапывают в песок. Но это помогает лишь частично. Некоторые гости недовольны, когда приезжают сюда. Мы пытаемся с ними поговорить. Предлагаем им трансфер на катерах на другие пляжи, где водоросли меньше. Это немного нас расстроило. Конечно, полностью отпуск не испорчен, но это расстраивает, поскольку песок и вода все в водорослях, и уже не поплаваешь. Ученые пока не знают причины появления водорослей. Обычно саргассум корневой частью прикрепляется к дну, а если отрывается, то уже не размножается. По одной из версий, нашествие произошло из-за повышенного объема нутриентов в океане, то есть веществ, необходимых для жизнедеятельности растений. А местные власти даже увидели в этом явлении пользу для пляжей. Нам нужно укреплять побережье, укреплять пляжи от природной эрозии, от ветра и моря. Когда мы закапываем водоросли, то укрепляем побережье. Пляжи становятся менее уязвимыми перед ветром. От нашествия водорослей пострадали не только пляжи Мексики. Саргассум также атаковал побережье Бразилии и Багамских островов. Стоит отметить, что знаменитое Саргассово море образовано как раз из таких водорослей. Оно находится в Атлантическом океане. Его площадь составляет 6-7 миллионов квадратных километров.